Приветствую вас, друзья! Спасибо, что вы со мной, и благодарю всех, кто оказывает поддержку. Я сейчас расскажу о том, как убрать все преграды, все негативы, в общем, все беспокойства и добиться того, чего вы хотите. Это не просто такие громкие слова, это действительно очень эффективная практика. Вот для начала я расскажу так вкратце о механизме, вот как это работает, чтобы когда вы это все выполняли, вы понимали весь этот процесс. Вот смотрите, Вселенная всегда выполняет то, что мы просим. Потому что Вселенная, ну или кому как удобно, высшие силы, да, это есть наше продолжение. А мы это ее воплощение. И вот когда мы обращаемся ко Вселенной, это значит, что мы обращаемся как бы к своему источнику. Но вот тогда почему у многих людей их желания, их намерения не осуществляются? Вот только лишь по одной причине. Вот, к примеру, человек хочет добиться желаемого. Есть у него желание, он создал намерение, ну вот, к примеру, по карьере, там, добиться какой-то должности. Создал намерение и вроде бы как приступил, да, к его исполнению, то есть пошел в этом направлении. Но вот смотрите, очень часто вот с этими мыслями о этом желаемом, о этой должности, вот могут возникать и попутные другие мысли. Ну вот, к примеру, человек тут же начинает думать, а надо мне это или нет? А смогу ли я это осуществить или нет? А вдруг там все куплено? А вот этот может быть конкурент сильнее? А вот этот коварнее? И так далее. И вот эти все мысли, вот те, которые кроме желания самого, они то же самое идут в работу. Идут в работу, вот Вселенная их берет и на физическом уровне все предоставляет. И человек действительно потом сталкивается с такой ситуацией и получает разочарование, говорит, да, вот как я думал, так все и есть. Так ты сам это создал, вот в чем дело. Вот смотрите, чтобы осуществить свое намерение, нужно его очистить. Очистить от этого беспокойства, от этих всех негативов, от проблем, от страхов, от тревог. Поэтому вот смотрите, каждый день в течение 10 дней делайте такую практику. Вот есть у вас какое-то намерение. Перед сном, минут за 15, зажигаем свечу, любая свеча подойдет. И начинаем всматриваться в пламя свечи. Вот прочувствуйте эту стихию огня. Огонь это есть свет. И прочувствуйте, что вот этот свет, он словно разливается внутри вас, наполняет вас. И вот представьте вот этот поток. Ну, или вот эта дорога, как удобнее можно сказать. Что это есть ваше намерение, то, что вы хотите осуществить. И начните убирать все лишнее. Вот словно на свету, вот на этом огне сжигайте все эти беспокойства, страхи, тревоги, сомнения. Очищайте вот это ваше намерение. И в конце, ну так минут 10 может быть 5-7, вот как будет удобно. В конце закрепляйте вот такой фразой. «Свет – мой истинный проводник». И вот делайте такую практику в течение 10 дней. И вы полностью очистите все свое намерение. Вот то, что вы хотите осуществить. Очистите от всякого мусора, от всяких негативов, от всякой ерунды. И вам откроются дороги. Откроются все возможности. Вот самое главное их потом использовать. Еще, друзья. Вот есть такой тип смеха, который забирает удачу, забирает финансы и даже здоровье. Вот никогда так не смейтесь. Обязательно посмотрите видео, которое всплыло. Вот там все подробности. Благодарю вас.